многие люди воспринимают диету как своего рода бремя, связанное с ограничением в количестве и вкусе употребляемых продуктов. Но бремя неизбежное, если хочется быть здоровым и красивым. Однако, если мы посмотрим на исходное значение слова «диета» в древнегреческом языке, то увидим, что по своему смыслу оно будет гораздо больше похоже на то понятие, которое сейчас называется образом жизни. Тело – это отражение образа жизни, и выглядит оно в полном соответствии с тем, какой образ жизни мы ведем. К сожалению, люди, по крайней мере большинство, не видят этой взаимосвязи, и они не понимают, как все те маленькие, казалось бы, действия, которые они совершают каждый день, двигают их либо вперед к достижению их желаемой цели, либо в обратную сторону. Каждый раз, когда вы решаете поспать подольше вместо того, чтобы сделать зарядку с утра, или решаете поехать на лифте вместо того, чтобы пройтись по лестнице, или решаете выпить за обедом стакан сладкой газировки вместо того, чтобы выпить стакан простой негазированной воды, вы делаете шаг в противоположном направлении от желаемой цели в плане внешнего вида. Эти мелочи привычные и потому незаметны, но соединяясь вместе, они создают кумулятивный эффект, формируя наш образ жизни. Поэтому в следующий раз, когда вы будете смотреть на себя в зеркало, вместо того, чтобы высказывать недовольство, вспомните о том, что это всего лишь отражение. И свое недовольствие нужно сменить со следствия на причину, переместив его в сторону изменения своего образа жизни. Ведь в отличие от процессов расщепления и накопления жиров, поход на уличную площадку или замена одних продуктов на другие вполне вам по силам. Для того, чтобы избавиться от лишнего веса или набрать мышечную массу, не нужно знать никаких секретов или тайных приемов. Достаточно просто понимать те физиологические процессы, которые за ними стоят. Более того, их можно описать одной простой формулой, которую мы с вами уже разобрали в видео про баланс калорий. И понимание этой формулы позволит вам с помощью несложных корректировок своего рациона питания и регулярных занятий спортом получить отличный результат. Но это было еще только полбеды. Настоящие проблемы начинаются в тот момент, когда человек хочет изменить свой внешний вид, а вот привычный образ жизни менять не хочется. И вот тогда начинаются самые изощренные попытки впихнуть невпихуемое. То есть новое тело в старый образ жизни. Например, заниматься спортом не хочется, но тогда буду ограничивать себя в питании и, например, не есть после 6, а крутить дома обруч. Или всегда хочется что-то перекусывать, тогда, пожалуй, откажусь от мучного и буду налегать на другие продукты. Или, например, не хочу ничего менять в своем питании, просто буду налегать на тренировки и выкладываться каждый день до 7-го пота. Проблема в том, что все подобные попытки решить комплексную проблему с помощью быстрого решения в долгосрочной перспективе не работают. Да, если вы перестанете есть прямо сейчас, то уже через пару недель похудеете на 5, а то и на 10 килограмм. Но проблема в том, что это состояние неустойчиво, и затем организм вам очень сильно надает по шапке за то, что вы с ним делаете. И потерянные килограммы не только вернутся с троицы, но также вы можете получить серьезные осложнения. Еще раз повторюсь, потому что я очень хочу, чтобы вы это запомнили. Ваше тело, ваш внешний вид – это отражение вашего образа жизни. Обманывать себя можно, конечно, какое-то время, но в итоге образ жизни всегда берет свое, и ваше тело будет выглядеть в точном соответствии с тем образом жизни, который вы ведете. Хочу также заметить, что вне зависимости от веса, тело спортивного и неспортивного человека будут выглядеть совершенно по-разному. Именно поэтому очень важно, даже когда вы худеете, уделять большое внимание своим тренировкам. Наверняка вы тоже видели молодых девушек, истязающих себя диетами и из-за этого выглядящих ужасным образом. Они худые, но у них дряблая кожа и болезненный внешний вид. С другой стороны, вы можете видеть не таких уж и худых девушек, но которые занимаются спортом и у них подтянутый внешний вид. Это именно та разница, о которой я говорю. Генетика определяет длину ваших ног, да, но толщину вашей задницы она не определяет. Это результат непосредственно того образа жизни, который вы ведете, как вы питаетесь и как вы тренируетесь. Ну и последнее. Когда ты увидишь кого-то, чей внешний вид заставит тебя завидовать,
то подумай на минуточку, что стоит за этим внешним видом, сколько лет упорных тренировок, какое огромное количество дисциплины связано с необходимостью приготовления продуктов, сколько раз этот человек отказывался от чего-нибудь вкусненького только для того, чтобы не получить лишние проценты жира и иметь кубики пресса круглый год. Как только ты поймешь, сколько работы, упорства и самоограничений лежит за этим результатом, ты подумаешь над тем, нужно ли тебе это, или тебя устроит гораздо более скромный результат, но который ты способен поддерживать и при этом кайфовать. Да, суровая правда жизни заключается в том, что далеко не каждый из нас может выглядеть как Максим Трухановец. Но это не значит, что начав заниматься собой сегодня, через 5 лет ты не сможешь выглядеть гораздо лучше и быть предметом чьей-то зависти. Ну а если ты не знаешь, с чего начать, то я рекомендую нашу бесплатную образовательную программу «Сотка», которая уже помогла десяткам тысяч людей по всему миру привести себя в форму. Начинай прямо сегодня по ссылке в описании, и ты не узнаешь себя уже через 6 недель. На этом все на сегодня. С вами был Антон, канал Street Workout. До встречи на уличных площадках вашего города. Площадков. Площадку.